Всем привет, с вами Мимико, я продолжаю проходить Dust and Elysium Tail. И, собственно, мы тут продолжаем всяческие вещи разные фармить. И мне, например, вот интересно зайти сейчас, так как, знаете, не очень хочется вперед прям спешить и проходить игру раньше, чем я, например, соберу все на 4 звезды на аренах. Мне, собственно, поэтому как-то хочется, может, немножко отвлечься и сделать такой выпуск собирательский, знаете. И у нас будет это сейчас начало как раз с кирерийского испытания номер 2. Так, по счету 7700, но я там получила, насколько я помню, прям огромное количество урона. И в целом по времени совершенно не спешила, поэтому 10500, мне кажется, будет собрать не так уж и сложно. Ауч, ауч, ауч. Окей, окей, уже минус сотня, когда ничего нет. Ауч. Очень плохо. Слушайте, а тут есть такая, знаете, слепая зона. Небольшая, это прикольно. Все, надо спешить дальше. А то у меня всего минута на это все. Давай. Я вам буду показывать один мой первый, собственно, проход. И потом уже успешный, когда я, соответственно, ну, закончу все проходить. На 4 звезды. Чтобы увидеть, знаете, прогресс, с чего я начала и на чем закончила. Так, вот здесь, по идее, уже, кстати, концовочка. Да, здесь уже конец. Значится. 7800. Я получила очень много урона, и у меня нет накопленного времени от слова совсем, поэтому я не удивляюсь, что у меня такая плохая оценка. Поэтому буду пробовать дальше, пока не получится. Опа! Ну-ка, сколько будет? Я, конечно, очень много урона получила, но... Тем не менее, я сделала на 4 звезды. Е-е-е! Потрясно, ребят, потрясно. Хорошее начало. Все, кирлийское испытание номер 2 закончено. Для меня. Это прям здорово. Я на самом деле не ожидала, что я так быстро. Сколько у меня, наверное, попытки? Попыток 5, наверное, у меня это заняло. Так, не сюда.
Такс. Теперь мы... Значит, деревня Аврора у нас на 100%. Это шикарно. Это просто шикарно. Я хочу сходить к торговцу. А потом мы попробуем, наверное, вызволить девушку. Сараху. Для нашего... бедного парниши. Так. Еще три появилось. Итого. Итого. У меня 7. А я не помню, кстати, надо было 6 или 7. Давайте спросим у него. То, что вполне может быть, что мы сейчас собрали все, что нужно. Тебе можно было по заданию посмотреть. Вот те материалы, что ты просил, Фейл. Великолепно! Вот твоя плата. Если пожелаешь, я мог бы снова воспользоваться твоей помощью. У меня для тебя последнее задание, Даст. В этих местах живет странное летающее создание, называемое Флорн. Он умеет стрелять электрическими шарами из щупалец. Весьма мерзкий образец. Если соберешь 3 щупальца Флорна и 3 искры Флорна, с их помощью я смогу усилить броню стражи и придать их оружию дополнительную силу. Я сделаю такую надбавку, которую не найдешь ни в одном магазине. Слушайте, а по-моему, у меня было. Я причем продавала. Поэтому сейчас, если у меня даже прям-прям не будет, то я смогу его сдать, купив у торговца. Окей. По 3 штучки, хорошо. Слушайте, очень здорово, если у нас сейчас прям получится все его задания закончить, это будет круто. Так. Вот они. По 3 же ведь он сказал, правильно? А, все, собрали материалы, да, написано. Ну не замечательно ли? Вот те материалы, что ты просил, Фейл. Отлично, вот твоя плата. Думаю, это все. У меня есть все, что нужно, благодаря тебе. Ей! Супер! Супер! Да, кстати, по карте. Так, я ж не могу оценить карты других местностей. Ну ладно. Я хочу сходить к стражникам. Посмотреть, во-первых, на них, потому что мы их броню улучшали. Интересно же теперь, как они выглядят. Мозг, жди меня. Нравится? Так, достаточно. Почему бы вам двоим не оставить меня в покое? Она ему этот рисунок показала. Какая милаха. Прошу, отдохните, вы это заслужили. Я ценю предложение, но до отдыха еще далеко. Окей, нет, ничего новенького нам они не говорят. Но... все нужное мы сделали. Так. И у нас прям, мне нравится, прям локация одна за одной закрывается. Это круто. Я думаю, что мы сходим сейчас в лес. Потому что, видите, там очень много чего не собрано было. И это, опять же, из таких вот начальных локаций. И видите, у меня прямо здесь также находится кирарийское испытание. Рядышком. Поэтому я прям к нему пойду. И
Интересно, кстати, это... А, это первое! О, это первое испытание! Так, 6 тысяч я тогда собрала, надо 9 тысяч. Я помню, что получила, опять же, очень много тогда урона. Я не следила за временем тогда и просто по фану прошлась. Вот. Поэтому погнали! Блин, он меня ударил. Лол. Здесь был огонь, а я его так проскипала. А кто там такой большой топ-топ-топ делал? Ау! Окей, я запомнила, не крутить на этих штуках. Просто не крутить. Минута осталась. Минута осталась? Сколько, простите, за минуту мне дадут очков? О май гад! Ребят, если у вас остается минута, просто посмотрите, сколько у вас остается очков. Короче, в первом кирлийском испытании вообще плевать, на что вы пройдете. Будут ли, точнее, вас бить? Потому что вот это вот все с лихвой покроется. Один удар по вам — это минус 100 очков. И, собственно, если у вас останется минута, вы можете хоть здесь уже до хрена ударов, там, 30 по себе пропустить. В общем, это прикольно, и я рада, у нас плюс одно кирлийское испытание выполненное. Ой, не сюда. Здорово же. Я тогда помню, в первый раз так сильно испугалась, что я умерла, может быть, попав в этот разряд. А это оказался телепорт. Причем еще какие-то эти падают чертежи постоянно. Так. Я предлагаю... Легкий каменный жилет. Не, ну вот это мне точно не нужен призрачный жилет уже больше. И, в принципе, я предлагаю напродавать тут всякого. Потихонечку, знаете, так это все продавать, потому что оно копится, а я сейчас хочу закупиться едой побольше. Хотя, конечно, перед этим, наверное, стоило посмотреть, нет ли у меня каких-то схем для создания всякого. Поэтому не знаю. Вдруг мне сейчас придется что-то закупать снова. Но неплохо. Так. Нет, покупка. Лазанья с нужным количеством сыра. Боже мой. 10 штучек возьму. Как это мило. Так. Снежный костюм. Давайте купим. И я понимаю, что это безумно дорого стоит, но тем не менее, мне кажется, что оно будет лучше. Да. Оно лучше. Так, давайте продадим эти мои два костюма, которые я не буду носить. Заодно и деньги немножко вернем. Так, что тут еще? Может быть, я могу что-нибудь скрафтить полезное? Нет? Не могу.
Вау. Это прям все намного лучше. Этого мне нужно 6 этих штучек. И 3 эти. Очень дорого, кстати, стоит. Еее! Отлично! Просто прекрасно. Так, давайте продадим. Thank you. Слушайте, мы неплохо еще и собрали всякое. Классно же. А вот и лес. А потом, знаете, таким подготовленным можно будет с чистейшей душой пойти, например, обратно в зимнюю локацию, потому что ее же надо фармить. Вот сюда мы тогда не могли добраться. Интересно, что здесь находится. Ау! Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча! Ау! Окей, я поняла, я поняла. Надо отрубать режим лоха. Так. Это ж моя нелюбимая тема. Так. Ху-ху-ху. Да блин. О май гад. Я просто прилегла на них. Фух. Фух. Господи, что это был за ужас? Это было ужасно, ребят. Все, я просто падаю вниз, потому что, ну, это... Это было больно. Так, эй! Что за встреча такая теплая? Ну и долго мы так прыгать будем. Не, ну лес прикольная локация, конечно. Тут еще и такая музыка прям. Кстати, есть еще и сохранение. А, кстати, была ачивка. По-моему, побить определенное какое-то количество этим фруктом. По-моему, 6 юнитов. Давайте сделаем это. Блин, ну 6 не получилось. Ей, я сделала это достижение. Короче, вот вам место, если кому интересно, чтобы сделать эту ачивку. Я не знаю, где что-то хранится. Но это определенно очень старанненько, я бы сказала. Потому что я не заметила, а где оно находится. Давай, 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 давай! Господи, я сейчас так высоко была, ребят.
так высоко. Там явно есть куда еще идти, поэтому давайте снова будем пытаться. По-моему, я видела какой-то островок, скорее. Вон туда. Да! 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 Я добралась до сюда, боже! Какой кошмар! Я очень, ну, наверное, минут 20 пыталась понять, где это находится и как сюда добраться. В общем, я очень рада, что все получилось. Отлично. О, пластырь, девочка. Привет. На Супер Медбой меня никогда не отпускает. Это просто... Это топ. Потому что сейчас стримы идут как раз по... Точнее, наверное, уже закончились к моменту выхода этого видео. Хотя не уверена. Но очень долгое время у меня точно шли стримы или еще идут по Супер Медбою. И надеюсь, что я к этому времени, когда выйдет это видео, уже закончила. Но не факт. Так, смотрим дальше карту. Самое интересное, что у меня очень много таких, знаете, мест здесь, оказывается, которые... которые я просто, видимо, не могла добраться в них. Потому что, смотрите, вот прям... Там аж две точки, блин, было на карте, куда я реально вот тупо... Ой, ой, да вы смотрите, он как подлетать-то начал. Когда не надо уже. В общем, хотя вот я просто, видимо, то ли забраться не могла, то ли еще чего. Без этого навыка. С карабканием по лозам. Вот, поэтому круто, 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 круто. Так, нет, здесь вниз, хорошо. Все, я надеюсь, у меня в будущем не будет особых проблем с тем, чтобы добраться куда-то вертикально. Серьезно. Но это не круто так тупить и торчать очень долго на одном месте. Я постараюсь, конечно, побольше локаций как-то охватить. Самое приятное все-таки, что у меня испытание получилось на 4 звезды сделать. Это очень круто. Прям очень-очень-очень круто. Я рада. Блин. Так, стоп. Мне надо просто шифтовать. А как? Лол. Обалдеть. Это странно было, но прикольно. Классное место, мне понравилось. Вот игра прям исполнена, знаете, какими-то внезапными штуками. Причем именно с точки зрения геймплея на каких-то элементов. Вот мне нравится. То есть вроде как мы со временем только можем попасть в некоторые места, но при этом не-не-не, все не так просто. О май гад, сколько фруктов! Это
этот челлендж, типа, их надо донести, да, до нужной точки. О май гад, куда это? Я не знаю, куда, что. Но оно нужно. Где-то. Определенно. Еще один друг. О май гад, еще один персонаж вот из какой-то игры, о которой я, к сожалению, не знаю. Но прикольно. Очень прикольно. Так, а получается, что у нас что? Он на 100% зачищен? Зачищен. Зачищен. Классно. Я довольна. Мне прям приятно, знаете, зачищать локацию за локацией. Это очень круто. При том, что как бы от меня, ну, немного это требуется. Особенно, когда что-то вот именно перепроходишь. Сейчас мы пойдем сохранимся и перейдем уже в какую-нибудь другую локацию. Не знаю даже на самом деле, на какую нам лучше будет остановиться. Но посмотрим. У нас еще, опять же, я не сделала задание для спасения девушки. Совершенно его не сделала. Поэтому... Нам еще есть чем заняться в любом случае. Еще снег надо найти будет, поэтому одна из следующих локаций, точнее, следующих выпусков будет точно посвящена этому. Я, конечно, уже обнаглела, не все ресурсы даже собираю. Не сказала бы, что это, наверное, очень круто. Так, значит, Прогалина, ферма Гейхана, деревня Аврора, долина Айвендейл, лес Абадис. Кстати, скрытая бухта... Ну да, нам туда и надо будет. В общем... Много нам нужно будет еще сделать. Я думаю, что мы, кстати, сейчас, наверное, пойдем в следующий раз, уже в следующем выпуске, в Перевал Лучников. Я сейчас сохранюсь и будем на этом, пожалуй, заканчивать. Потому что... О, здесь телепорт же. Здесь телепорт к другой части локации. А может, он такой получается у нас. Может быть, не самый длинный, но насыщенный выпуск, потому что я успела сделать... И собрать. И это здорово тоже. Это суперски просто. И даже вот уровень у нас качнулся. Это ж круто. Сколько я вроде на каких-то простых сборов, но я делаю и... Где-то здесь было сохранение. Где было сохранение? Где-то я его прям пропустила. Шла вперед, не видя цели. А, вот она. Отлично. В общем, да, зачистим в следующий раз мы перевал лучников, пожалуй. 88% завершено. Это ж классно. Это ж почти все. Я очень рада. Я очень-очень-очень рада, что все так происходит. И, в принципе, у меня достаточно успешно заканчивается игра. Ну, а мы увидимся у вас уже... У вас.
Ну, а мы увидимся уже в следующем выпуске, ребят. Подписывайтесь, ставьте лайки, если понравилось, и жду ваших комментариев. Всем пока-пока, до встречи.